Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу главы Ленинского городского округа Алексея Спасского. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ему благодарность президента России. Более 18 лет Алексей Спасский работает в органах местного самоуправления Подмосковья. До того, как возглавить Ленинский городской округ, он был главой Каширы. С 2018 года он также является председателем Совета муниципальных образований Московской области. Канал «Видное ТВ» поздравляет Алексея Петровича и желает дальнейшей плодотворной работы на благо Ленинского городского округа и его жителей.